Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. Вот я еще одну штуку, одну штуковину хочу показать. Это может пригодиться гармонии. Видите гармонию, да? Гармония, да? Вот мне. Что заключается? Я это уже давно придумал, что же. Кому-то это пригодится. Может, кто заметил, что у меня ремни поправляю, ремни считать во время игры. Это вот потому, что я не пристегаются, они ремни расходятся, не фиксируются и как бы расползаются, и получается ремни как бы скидываются, где бы когда на нервах находишься, как бы нервы способствуют светанию ремней, так будем говорить, да? Вот видите, вот ремни, да? Это что, я уже давно придумал, вот, думаю, кому-то показать. Это пригодится гармонистам, баянистам. Ремни во время игры слетают, а стоя там бывает где-то, на концертах особенно. Вот, и вот я придумал, видите, продается в магазине давным-давно уже. Вот такие штуковины. Ну, где вот всякие там нитки продают, всякие пуговицы. Вот видите, вот эти штуки я купил. Вот эти. Вот эти вот, они по отдельности. Вот, и вот я здесь резинки купил, вот эти вот. Вот, зашил здесь. И с другой стороны, вот видите, сюда. Вот видите, сюда вот зашил ремень. И здесь вот эту штуку пришил. Крепление, так будем говорить, да? Вот видите. Вот видите, все. На ремне я все это зашил. Как вы видите, сами все видите и понимаете, если кто не знает. Вот. И потом, значит, до игры, значит, нужно это самое. Эти крепления надо соединять. И тут есть такая, как типа, пружинистого механизма, типа такого. Вот, называем по те наименьшее сопротивление. Он вставляется и закрывается. Видите, да? Вот и прям, когда значит, при игре голову просовываешь, это меняется. Используешь длину резинки. И, значит, она катится назад. И ремни, как говорится, сползать не должны во время игры. Вот что хотел показать. Всего вам доброго. Вот кому-то может пригодиться. Желаю всего хорошего. До свидания. До новых встреч.